Всем привет, дорогие друзья, с вами Барон. Еду на стрелу с русской мафией. Возьму сейчас немножечко гана. Нам уже флудит вовсю. Стойте, нельзя ничего делать. Нельзя воевать или можно воевать, я не знаю. Счетчик киллов уже пошел. Это что за... Как... Да уйди ты нахер, бомжа! Какого хера тут происходит? А чувак-то на ГМе, походу. Отлично. В конец аэро едем все. Это я понял. То есть, получается, мы нападаем, они обороняются. Интересная стрела получится, я думаю. Хотя, я не знаю, сколько нас, кстати, человек? Нас тут 16 человек во главе с лидером, с 9 рангами. Так, первый ранг, 7, 6. Ну, в принципе, профи, мне кажется, играют. Должны играть здесь. Так, возьмем по 3. Ты кто? А, Армстронг, ёпта. Вроде я тебя знаю. Ну, по крайней мере, его я вроде знаю. Ладно, не суть. Сейчас основной упор делаем на стрелу. Нам ее нужно выиграть. Потому что, как я помню, в рифе, когда я был, мы там стрелы... Терри, стрелы, я хер пойми. Мне удобно стрелы называть, потому что, как бы, что там ДМ, что тут ДМ, никакого отличия нет. Только тут более ПРПшней. Ну что ж, поехали, братан, Энди Алонс. Поехали. Го после стрела на 2 кк. Поиграем. Так. Ты мне дашь 2 кк? Ну, если как бы ты мне дашь 2 кк, я с тобой поиграю на 2 кк. Ну, все. Нету денег. Откуда у меня 2 кк? Чувак, ты что? У меня нету. У меня большой дом, уютный, да, со служанками. В гетто, правда, но не суть. Да, продай дом. Видно сразу то, что чувак не смотрит моих видео, как бы не знает, какой у меня дом, какая у меня машина и в какой жопе я нахожусь на 11 сервере. То есть, я живу в гетто, у меня машина N-класса, это ж просто жесть. Я бы мог, конечно, задонатить, как это делают многие ребята, то есть нет денег, донатят, но я как-то это не хочу. Я хочу развиваться сам, попытаться хотя бы развиться сам, заработать свой миллион на каких-нибудь зарплатах, поднять ранг, ну и, собственно, уйти в более крутую фракцию потом. Ну, сейчас, разумеется, нужно посидеть в мафии, потом байкеры, как я уже и говорил, потом армия. Ну, а после всего этого ПД, а ПД у нас будет где? Правильно, на 4-м серваке, если меня оттуда еще на тот момент не ливнут. Потому что это где-то через 2-3 месяца, скорее всего, будет 4-й. 4-й будет, нет, 4-й будет и раньше, но конкретно ПД будет через 2-3 месяца. Где-то вот так, скорее всего, я не могу точно вам сказать, когда это будет. Но играть на 4-м я начну где-то вот недели через 2-3. Не активно, конечно, но буду поигрывать, буду там ловить преступников и повышать ранги. Потому что... Мне уже лидер даже не пишет, как бы он понял то, что я там не играю, так сказать. Я там не онлайн, мне вообще пофигу. Я забил. Но, увы. Хотя, почему увы? Наоборот. Хорошо, что я забил. Потому что сейчас бы выходило из того сервака. А многим не особо интересно смотреть, когда сначала я был в мафии, потом я резко в ПД, потом я резко в банде, потом еще где-то. И я решил позадерживаться в нескольких фракциях. Ну куда ты едешь, ё-моё, чувак? Куда ты как... Что ты делаешь? Что за... Что ты делаешь? Дай руль! Садись! Да садись ты, мать твою! Ну. Аллилуйя, ёп. Дебил. Чувак, ты чё творишь вообще, а? Какого хера? Оп! Оп! На колеса! На колеса, тварь! Оп! Готово! Эх ты, ёпта.
насрать, короче. Опа, минус один. Ну умирай! Ай, так, it's Mark. Так. АФК на стреле. Ну чё, Марк, решай вопрос-то, чё, кикать надо чувака, потому что АФК на стреле. Получается, продлевает счет времени. Оп, готово. Все, был пацан и нет пацана. Так, еще где? И тут тоже нет пацана. Все, готово. Оба пацана были кикнуты. С киком, скорее всего, или просто киком, хер пойми. Оп, оп, едет. Едет, бомжа, иди сюда. Не, этого надо ловить, он потому что продлевать начнет сейчас серу. Хотя не факт. Хотя нет, факт. Ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо-тихо. Чё, мужички? На нахуй. Оп, готов один. Так, прицеливание лучше намного. Ай! Нихера! Нет! Для пидорасы! Фу ты, ё-моё. Чей будет бизнес? Ой, я дома оказался. Ну, сейчас не проблема, сейчас сдохнем быстренько. Spawn change фастиком. И пошли умирать. Ни хрена, конечно, они офигели совсем. Не, неплохо, конечно, неплохо. Двое АФК у них. Да плюс ребята быстро подтянулись. Это прикольно. Надеюсь, и наши также быстро подтянутся. Кстати, смотрите, дома опять все слетели. Ну, как бы, они сначала были скуплены, я удивился, кстати. Потом они слетели. Просто жесть. Джустин что-то матерится, ё-моё, орёт. Возврат все. В какой возврат? Сейчас вернемся. Да как... Ну... Блин, а какого хрена? За мной едет кто-то, походу. Не, не знаю. Ну кто-то ехал, я слышал звук мопеда, мотора. Грейте их кары. Да что ж ты не умираешь? Ну с такой высоты упасть, ну твою же. С такой высоты упасть и не сдохнуть. Как так? Жалко то, что тут нет суицида. Ну как бы такого, чтобы не сам прыгать, а например там, я не знаю, пару кнопок нажал, а он тебя в голову себе выстрелил и таблетку сожрал там какую-нибудь. Это было бы просто... Ну как ты второй-то раз не сдох? Это было бы просто замечательно, реально. Потому что если вот так вот случайно ошибся и забыл написать там spawn change, так, таблетку схавал какую-нибудь, да и сдох. Так. Это, барон, здорово. Ну, здорово. Так, get guns. Get guns вроде, да? Да, вроде, вроде так. А, вот get gun, ё-моё. Снимай стрелу, корон. Почему сразу корон? Что за негатив, чувак? Корон, да корон. Все, погнали. Дон какой-то, ё-моё, лаги. Опа, готово, мы потеряли бизнес. Красавцы, пацаны. Красавцы, а сколько у нас, кстати? А, безлист. 23. Кстати, да, лаги какие-то непонятные. Подлагнул немножко сейчас. Что-то Марк там, походу, объект какой-то поставил, как Денис Фат в свое время. Объект 11 тысяч какой-то там, я хер пойми, или 15 тысяч. Где-то вот от 11 до 15 какой-то такой огромнейший просто объект поставил, и у него сервак лег. Ну, а после этого он звонил там кому-то, чтобы его запустили. Чё, да go без матов, тут авторитет у нас. Да go без матов. Интерес. Ну, не знаю, чисто вот... По мату... Ну, ну, есть мат, но не так, как в банде, конечно. Не так, как в банде, то есть это доказывает то, что мафия, она... Она ПРПшнее немного, но все равно неадекваты имеются. Оп, перезапуск сервера. Интересно, сам ПРП работает. Ребят, вы что,
гоните, что ли? То перезапуск, то еще какая-то херня. Хер пойми вообще. Ладно, ребят, давайте на этом закончим. Была стрела, стрелу просрали. Но просрали, скорее всего, из-за того, что мы не успели доехать. Может, из-за того, что я не успел доехать. Может, из-за того, что наши ребята не успели доехать. То есть, если бы я появился, допустим, в ЛКН особе, я быстро взял ган и приехал туда. Хотя, по сути, по скоростному режиму я бы не успел. Ну, это надо думать. Ну и, разумеется, дорабатывать все вот это вот дело, всю эту мафию. Скоро будет еще стрела, скоро будет ограбление кого-нибудь, не знаю. Скоро будет там похищение и прочее, ребят. Так что ждите, все будет интересно. А самое главное, будет все с моим участием. Ну а на этом я заканчиваю. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Барон. Всем удачи и всем пока.